Самый настоящий Посейдон в компании с кикиморой на денек заглянули в Центральный парк культуры и отдыха. А пригласил их журнал «Теле7», который уже не в первый раз устроил для маленьких жителей города семейную игру приключения. Чтобы отправиться на поиски сокровищ старого парка, под предводительством морского владыки ребята в течение нескольких недель вырезали из журнала «Теле7» специальные купоны в виде трезубцев, чтобы на праздники обменять их на морские звезды. Удивительно представить, но журнал «Теле7» проводит игру «Сокровища старого парка» уже седьмой год, седьмой раз. Ребятишки, которые участвовали впервые, первый раз в этом конкурсе, они, конечно, уже выросли, но я думаю, они с удовольствием вспоминают свои призы, свою игру. Ну а нынешние ребята визжат, кричат, радуются, получают призы. Мы всех уже накормили бананами, сейчас будем мороженое раздавать, поэтому все довольны, все счастливы. 7 команд из 12 грозных морских хищников в лице курганских ребятишек с легкостью преодолевали все препятствия. И без сучка и задоринки выполняли самые сложные задания морского царя. И получали призы за свои старания. Например, свежие и вкусные фрукты от компании «Лето». Сегодня эта фруктовая фирма насчитывает целых 24 торговых точки по всему городу. Но и это еще не предел. Скоро жители улицы 9 мая смогут полакомиться фруктами и овощами превосходного качества. Наша основная цель – открытие магазинов шаговой доступности для того, чтобы курганцы были обеспечены широким ассортиментом овощей и фруктов, а также зелени и сухофруктов. Это забота о благосостоянии и здоровье граждан. Мы предлагаем по минимальным ценам качественные овощи и фрукты. Приходите в магазины «Лето», и «Лето» будет с вами круглый год. Многие кладоискатели пришли на поиски сокровищ не одни, а с родителями. Вот мама Филиппа Журавлева наравне с ребятами из команды «Зубастые акулы» преодолевала все препятствия на станциях, за что и получила свои подарки. Мы очень хорошо побегали по этапам, получили наш любимый журнал «Теле7», который мы регулярно покупаем. Мне очень понравился праздник, здесь было очень много призов. Да и другим родителям скучать у сцены не приходилось. Они тоже смогли забраться на нее к морским обитателям и продемонстрировать свое умение успокаивать маленьких непосед в конкурсе от магазина детской одежды «Варвасики». Вся одежда магазина «Варвасики» произведена в Америке и непременно радует как детей, так и родителей отменным качеством. Я считаю, что для детей с их фантазией это на самом деле очень интересно, увлекательно. Это на самом деле для них поиск сокровища. Но мы не могли пройти мимо такого мероприятия. Командного духа ребятам было не занимать, но морской владыка Посейдон определил самых проворных. Команда «Пираньи» недетской хваткой вцепилась за возможность победить и взяла первое место. Самое интересное было, когда нас капитан вел с завязанными глазами через кегли. А еще раз придете за такой праздник? Да! Сокровища старого парка нашли своих обладателей в символичный для организаторов журнала «Теле7» седьмой раз. Но на этом никто останавливаться не собирается. Издание планирует радовать курганцев новыми праздниками еще не раз. Тем более, что и сами гости морского действа пообещали с удовольствием прийти на поиски клада и в следующем году.